трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД разъяснила постановление правительства 3 июля этого года, вносящее коррективы в правила перевозки детей автотранспортом. Новшество вступит в силу через несколько дней. Ребенка в возрасте до 7 лет можно будет перевозить только в автокресле. Иные средства исключены. Кресло обязательно и для 7, 8, 9, 10 и 11-летнего чада, если оно находится на переднем пассажирском сиденье. Сзади его достаточно пристегнуть ремнем безопасности. Данное исключение распространяется на, как мы их называем, крупных детей или детей-инвалидов. Однако автоинспекция рекомендует и в этом случае не отказываться от автокресла. Еще одно нововведение, напомню, запрет на оставление ребенка в машине без присмотра взрослого. Наказание – штраф 500 рублей. Трасса 101. Правительственная комиссия одобрила увеличение лимита возмещения ущерба от ДТП по Европротоколу с 50 до 100 тысяч рублей. Окончательное слово скажут депутаты Госдумы. Еще одно новшество. Участники аварии будут излагать на бумаге свою версию произошедшего. Все это затем надо будет передать в страховую. Сейчас же требуется единодушие сторон. Кроме того, планируется создание мобильного приложения для фиксации незначительных автопроисшествий. Трасса 101. Организаторы постоянной федеральной бесплатной горячей линии для начинающих автомобилистов 8 800 234 1220 подвели итоги ее работы за два года. Проект оказался весьма востребованным и в первую очередь у жителей столичного региона. Самые распространенные просьбы о помощи касаются следующего: эксплуатация и ремонт авто, автострахование, ДТП, юридическая консультация и так далее. Не обошлось и без курьезных вопросов. Например, как поменять двигатель в Audi, что означает знак с перечеркнутым автомобилем, можно ли получить кредит под залог ПТС и имеют ли гаишники право употреблять спиртное. В Санкт-Петербурге автовладельцы возмутились регистрационными номерами, которые начали выдавать местные МРЭО. Жителям культурной столицы, сообщает газета РУ, не понравилась буквенная серия номеров ХЕР 178 регион. Многие петербуржцы решили повременить с постановкой авто на учет, надеясь, что некрасивую серию отправят обратно на склад. У автоинспекторов данная ситуация вызывает недоумение. По их словам, ранее без каких-либо проблем разошлись знаки серии ССУ и СРУ. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.